И всем привет, приветствую на канале Косарев Геймс. В общем, начинаем второй сезон. Дело в том, что прошел ровно год, как я начал свою деятельность в интернете, на YouTube канале. Хочу большое сказать спасибо за то, что вы со мной еще раз. Наберем 100 человек. Я устрою раздачу игр прямо в прямом эфире. В общем, это игра Rage Car Force. Погнали. Ожидание игроков в очереди 7. Короче, это такие гоночки на машиночках. Стреляешь, пушечки, все дела. Кого мы убьем сегодня? Или нас убьют? Выберем, конечно же, сначала эту машину. Блин, у меня вот эта непрокаченная, непрокаченная машина. Ну и ладно. Сейчас будет веселье, просто полные штаны. Офигенно, да, приобрести такую мощнявую карту, чтобы в такие игрушки играть. Не, ну зато 60 кадров стабильных, 60 стабильных кадров. Это тебе не... Воу-воу-воу-воу, ребята, чудо такие резкие, как пули дерзкие. Тихо-тихо, я не хочу туда. Вау, можно мне так же? Я хочу так же! Ладно, я так не хочу. Наверное, я накачу. А, сука. Ну чё, не ожидал? Не ожидал? Не ожидал? О, да. Тихо-тихо-тихо, брат. Бля, братан, я не хотел. Так, едем дальше, быстрее. Где наш флаг? Где наш флаг? Это не наш флаг. Пятимик захватил флаг. Зашибись. Да блять. Сука, у него щит. Пошел нахер. Да блять, пошел нахер. Меня уничтожили. У меня есть вторая машина. Чёртова перезарядка. Отлично. У нас осталось двое, их трое. Каковы шансы выиграть? Непонятно. Непонятно. Неизвестно. Воу, воу, воу. Вот же ж уроды. Все-таки выиграли. Не, ну ребята молодцы, молодцы. Купить премиум предлагают. Нет, спасибо, я лучше буду. Давайте пушку улучшим, что ли. 3 секунды ждем улучшения. Не, ну неплохо, неплохо. Игра, в принципе, неплохая. Задание. О, забрать. Условия задания. Уничтожить машины противников. 2 из 5 сделано. Использовать снаряжение. Бесплатно. Бесплатно. Заменить, конечно. Использовать снаряжение за одну игру. Не, ну 7 тысяч это не так уж и не такие уж хорошие деньги, да? В общем, погоним дальше. А неплохо, неплохо шмаляют, ребятки. Неплохо так-то. Z.
захват флагов противника можно на время обеспечить всю команду мощным бонусом. Угу. Спасибо, но я хочу воевать. А как снаряжение использовать, кстати? Единичка? Ну, мы посмотрим, как, в принципе, пушка у нас, конечно, такая слабенькая на этой тачке. Но замена стоит очень дорого. Монеты здесь на вес золота, как говорится. Вдруг вам игра зайдет. Музыка просто огненная, вообще шикарная. Шикарная. Так, тихо. Я хочу такие же обвесы, как у той машины. Блин, была машина такая, тачка хорошая. Ох ты, пидор. Хоп, нахуй, сука. Ребята, прикрывайте там, короче, меня, да? Так, сюда едет кто-то. Давай, давай, захватываем, захватываем. Да похер, не обращаем внимания, мы вытерпим. Давай, давай, гаси его. Выиграли. Не, они молодцы, они мощно играют. Почему они выиграли, если я мог заменить машину? Интересный случай, однако, господа, у нас тут выясняется, что нельзя менять машину иногда. Господи, как все плохо. Продать. Скорость. Урон от тарана. Это скорость у нас. Здоровье. Урон от выстрела. А пока не будем ничего использовать, короче. Хотя... А здесь есть вообще другие карты? Только одна, что ли? Ну, как-то так, такое себе, ребята. Хотелось бы больше карт. А как вы думаете, пишите в комментариях. Вам бы надоела одна и та же карта? Что? Ребята, мы, по-моему, с вами наколдовали новую карту. По-моему, нас разрабы услышали. Нахер тебе столько жизни, ушлепок. Сука. Отлично, один готов. Гаси, гаси его, давай, 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 давай. Давай, гаси, у него, по-моему, патронов нет. Ой, бля. Кажется, мы с вами в жопе.
Наша команда захватила флаг. Я нашел хпшечку. Ребята, я к вам еду. Мы спасем положение. Хотя мы, по-моему, выиграли. Давай, гаси, гаси его. Отлично. Это хороший повод порадоваться. Но плохой повод появляется. Все-таки хпшек остается очень мало. Но мы нашли временное решение спасения ситуации. Все под контролем. Ребята, мы можем вообще выиграть хоть когда-то в этой жизни, а? Соберитесь, тряпки. Он так всегда тащишь команду, а они сливаются, как пузыри просто надулись, такие: мы, наверное, лопнем. Мы сдуемся. Едешь такой, едешь, и встречаешь автобус, от которого не убежать. Опа-на. Братва. Это враг. Сука. Мне кажется, он быстрее меня. Это что сейчас было? Он меня подрезал. Ну, все, это хана. Давай, ты наш справишься. Итак, Густ 5-5, Густ 5-7-7, как агент 007, только Густ. Стреляет, отстреливается от двоих, к нему подъезжает третий из дробаша, стреляет, догоняет пули. Он спасается бегством. Отлично, идет по прямой по речке, пытается выехать. Выехал, выезжает, прячется. За ним едет хиппи какой-то непонятный, но просто на Вольсвагене своем. Итак, Густ, давай, стреляй. Давай, атакуй его, Густ, атакуй. Ты сможешь, ты справишься. Так. Густ отстреливается. О, нет, подъезжает второй хиппи, но более такой мужественный, военный. А этот такой няшный, видите, покрашенный наркоманский цвет. И у них началась эпический просто замес. Эпический замес, кто же кого. Густ или Флав? Все-таки Густ проигрывает Густ. Поражение. Уничтожено 2 урона, так. Конечно же, забираем награду. Получаем задание. Выполняем, забираем. Ну что ж. Вот такая была игрушечка в новом сезоне. Первая такая вот игрушечка, да? Yeah. В общем, всем пока. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки, пишем комментарий. Делимся с друзьями, подсказываем. Переходим, куда смотреть, на какой канал. Будет много интересных проектов, я вам обещаю. Всем пока.